И да, вот они приезжают, говорят, что они любят природу, а сами свинячат. Вот уроды, откуда такие берутся вообще? Ну ладно. В общем, я приехал на озеро Балахановское на байдарке. Вот собрался, немножко проплыл, встал на остров, чтобы перекусить, потому что дорога была длинная, часа два. Ехала, до этого я только позавтракал. В общем, я сейчас тут буду перекусывать. А пока вот пришвартовался на байдарке Вега 2. Немножко тут вот разбил лагерь. Блин, забыл штаны непромокаемые. А у меня почему-то не получается грести без брызг и мочу штаны. Штаны у меня что-то одни только взял. Приходится вот ноги кутать в дождевичок. Собрал спиннинги, оснастил вот тут вот воблерочков парочку. Посмотрим, что сегодня будет. А так, стандарт. Завариваю быструю лапшу. Вот сосисочки будут у меня. Чаек с собой возьму. Пока на горелочке вода кипятится. Посмотрим. Вот это тоже, конечно, жесть. Нельзя, что ли, с собой увезти эти бутылки? Ну ладно, сейчас буду есть. Все, водичка вскипела. Сейчас мы перекусим. Опа. И чаек. Обязательно. Так вот, ты пусть постоит, чтобы еще с собой потом чайку немножко подогреть. Сейчас этот подопью. Так. Закроем. Чаек закрыть надо. Сделаем парочку сосисок себе. Интересно, что получится, никогда вот так на газу не жарил сосиску. В принципе, это то же самое. Ее главное прогреть, и все, она будет сладкой. Сладенькая будет. Сосисочки баварские с сыром. Хрена себе, взорвалась пробка. Паром давления. Не видел такого никогда. Она как-то не особо. Подрезать ее, что ли, немножко? Где температура-то? Не врубаюсь. Выше? Ближе температура нормальная. Чего, перекусим немножко. Помидорчики у меня еще есть. Так, ну что получилось? Чувствую себя просто в поезде.
Нормально. Уже хорошо на свежем воздухе перекусить. Вкусно. Не знаю, может рыбу поймаю, вечером уху еще сварю. Если поймаю. А если не поймаю, не страшно. Просто на байдарке покажу здесь. Это как спорт можно воспринимать. Просто красиво. Так, ну что, контрольный обход. Ничего тут не забыто. Так, так, так. Вроде все взял. Последние штрихи. Перчатка. Да. Погода хорошая. Этим летом это редкость. Все пасмурно. Да холодно. Ночью сегодня будет около 10 градусов, а днем вот сейчас 18. Можно в футболке ходить. Так, ну что, все? Можно отплывать, отчаливать. Так-с. Раз. Сейчас вот так вот понад левым берегом закину удочки и буду троллить. Не знаю, может что-нибудь клюнет. А в каких-то таких перспективных местах буду закидывать. Ну и наслаждаться погодой. Лето уходит. Сегодня у нас какое? 6 августа. Поэтому надо по максимуму брать с последнего месяца лета. Дует вообще, будь здоров. Еще против ветра приходится идти. Дальше пройду, попробую. Там закину. Здесь как-то не очень идет. Пока что. Бляха-муха. Полежит здесь, дружочек. Сейчас мы... Да. Красиво.
Придурки разрисовали. 73. На более-менее открытую воду. Блин, ветер как назло навстречу. Волнишка тут небольшая даже и поднимается уже. Рыба пока не очень-то клюет. Но я пока гребу себе, да гребу чему. Нормально, в принципе. Сижу в футболке. Довольно тепло здесь. Грибу себе да грибу. Нормально меня отнесло, блин. Только вот наушники вставил. Буквально. Поменял батарею на GoPro. И меня уже на метров 30, наверное, 50 отнесло от точки, где начинал. Грибу уже часа 2,5. Фу, все против ветра. Жестковато. Рыба что-то не очень хочет клевать. Я уже воблера 2 сменил, разные попробовал. Нифига. Сейчас хочу выйти на берег, пройтись немножко, ноги затеплить. Такую бухточку заехал. Выйти на берег, чайку попить. О! Тут даже домик есть, небольшой, изба. Интересно, что это такое. Так, мне же как еще выйти как-то надо. Вот здесь пришвартуемся. Есть. Так, вот чаек. И сейчас мы немножко затащим лодку. Тут, конечно же, бардак. Да, тут, конечно же, свинарник. Вот это, конечно, жесть. Нельзя, что ли, блин, с собой увезти. Тут бочка. Он все в стеклах. Жесть, просто водка.
Ой. Тут все изрешетено дробью. Бахают. Бахают сюда и попадают по березке еще. Березки тоже не очень хорошо. Так, пойдем зайдем в дом. Изба такая. Обита же чем-то рубероидом. Да? Рубероидом обита. Ну-ка. Сыростью не пахнет. Приют охотника и заядлого рыбака. Спасибо, супер дом. Дорогие охотники и рыболовы, берегите, пожалуйста, дом, соблюдайте в нем чистоту и порядок. Туалет в конце острова. Так, что тут есть? Вот ножовка есть. Газ. Открытая банка с пивком. Кетчуп, масло, соль. Такая вот лежаночка. Это что такое? Это комаров тут разные. Тут даже стеклопакет установлен. Неплохо. Лёха и Андрюха. Лёха, Андрюха и Дон. Что за Дон? Ну, короче, он такой летний. Зимой здесь, конечно, охренеешь такими тоненькими стенами. По сути, здесь просто сделан дом из фанеры и обит рубероидом, чтобы не мог. Луковица огромная такая. Туалеточка. Нормальный домик такой. В грозу-то здесь лучше, чем в палатке тусить. Хорошо, конечно, походить после того, как столько греб. Вот она, лодочка моя. Хорошо идет, мне нравится. Без особых напрягов. Курс держит. Так что все круто. Интересно, этот мелкий термос выдержит? Тепло удержал или нет? О, да хорошо удержал. Чаек крепкий получился. Очень крепкий и очень горячий. Отдохнул немного, надо двигаться дальше. Сейчас уже 6 часов, темнеет, 9:30. Надо где-то в 8:30 уже искать место будет, а это довольно скоро. Поэтому долго засиживаться не надо. И лучше пореже. Порезче, короче, стартовать. Задний ход. Направление изменил. Теперь в спину мне дует. Так-то получше, конечно, но главное, чтобы завтра не было так, что мне в другую сторону.
ветер на меня. Блин, нацеплял. Надеюсь, я недолго с ней шел. Особо не цепляло, правда. Надо как-то придумать, зацеплять спиннинг, чтобы не мешал. Вот как сейчас. Мешает. Перекрутился. Есть. Так. Погнали. Надо, короче, пойти найти место. Воу-воу-воу-воу, что это? Зацепился. Блин, там, наверное, опять все перекрутилось. Нацеплял. Но в любом случае, надо попробовать пойти найти место, где сесть. А это, наверное, на ту сторону острова, озера. Потому что я хочу на маленьком островке затусить. Или вот на этом вообще. Нет, слишком близко. Лучше подальше что-нибудь. Вот опять я на ветер иду. Часов уже. Посмотрим, здесь какое-то место есть свободное. Что за место? А тут такое симпатичное место. Ровная полянка. Есть столик вроде как. Да, это, конечно, не с мотором ходить. Надо осмотреться. Носок чей-то. Так вот это вот может упасть дерево. Надо как-то подальше от него. Сосны. Холодно становится уже. В футболке прохладно. Здесь еще какая-то полянка симпатичная. Как всегда. Я немного сменил локацию, проплыл метров, наверное, 200 в сторону, потому что там это дерево сгнившее, оно в любую точку доставало, и с палаткой, конечно, стрёмно, если ветер ночью будет. Мало ли чё, короче.
И вот немножко проплыл, вот такую вот площадочку нашел. Тоже здесь есть столик, кострище. Место для палатки хорошее, вот даже лапника настелили. Правда, оно продувается, но ладно, что. На одну ночь. Вот тут такой вот с камнями прикольная штука. Полазить можно немножко. Прикольный остров. Так, ну лодка там не уплывет. Не уплывет точно, потому что ветер в эту сторону. Ветер усилился. Хотел на ту сторону проплыть. На остров. С той стороны. Но это вообще нереально, потому что... Нет, это вполне реально, но, короче, сил много уйдет. Я подумал, что лучше я здесь встану и... Здесь по... Ловлю, завтра утром встану, тем более здесь глубина. И завтра можно будет попробовать здесь половить что-нибудь глубоководное. Потому что в прошлом году мужики здесь именно вот здесь крупную щуку ловили. Смотри, какое здесь место тоже хорошее. Вообще кайф. Вот такое вот местечко. Вообще классная. Один заход только, правда. Вообще класс. Что, что надо. На заповедные. Здесь, как ни странно, даже мусора нету. Может, какие-то нормальные люди были или просто кто-то прибрался. У кого была возможность это сделать. А вот еще какое место тоже классное. Тоже довольно уединенное. Такая бухточка тут. Может, сюда прийти, приплыть. Вообще здесь нету ни единой мусоринки. Здесь то ли кто-то убрался, то ли уроды сюда не доплывают. Они все там у домика, наверное, тусуются. У домика и у прошлого, где там был в начале. Здесь не закинуть будет. Вообще классные места. И походить так клево. После стольких часов сидения еще бежать хочется. Ладно, сейчас попробую. Блин, а тут червей-то как найти? Ни лопаты нету, ничего такого нету. Камни поподнимать. Попробую что-нибудь найти. Да блин, тут такие камни, их хер поднимешь. Вот какой-то камень. Попробую его поднять. Есть там что-нибудь? Да. Не все так просто. Крутое место, конечно, для стоянки. Вообще приятно здесь находиться. Вот там не было ветра. Что как бы плюс, потому что он туда не доходит. Но ветер может изменить свое направление, поэтому в какой-то момент ветра может не быть там, где я сейчас остановился. Интересно, вообще реально здесь на булку попробовать половить, что ли? Здесь червя нету. Да, дует нормально. Продувать будет. Но зато в палатке будет свежий воздух. Ух, как волна поднялась.
Так, что мы можем здесь? Ну что, я тогда здесь буду? Располагаться. Ветрище-то нормально бывает. Ладно, буду разбираться, лагерь ставить. Здесь переночую. Здесь хорошо. Переоборудовал один из спиннингов в донку, короче. Нацепил батона вот на крючочки. Сейчас попробуем. Может, получится живца поймать. А получится живца поймать, поставлю на ночь кружок. Немножко кружков. Ну, попробуем. Прилив какой-то даже. Вода скопилась. Ладно, сейчас я рогатулинку найду. И буду выгружать лодку, ставить палатку. Короче, оборудую все. Потом, если что, будет настроение, схожу еще раз вот здесь глубоко. Может, попробую что-нибудь на глубине половить. Ну все, лагерь разбил. Вот палатку поставил. Уже все туда в тамбур сгрузил. Надул матрас. Да, я на матрасе. Спальник лежит. Палатка у меня Red Fox. Сейчас буду, наверное, что-то сготовлю себе, перекушу. Рыбы нет, поэтому, наверное, все тоже буду есть. Что и днем. Тут без изменений. Рыба не хочет булочку есть. Погода сегодня отличается от вчерашней. Может быть, это связано с тем, что не клюет нифига. Не знаю. Может, завтра что-то изменится. Так что так. Сейчас буду есть. Вот эти камни мне нравятся, прикольная вообще штука. Я ради них только и остановился. Вместо силы просто. О, какой здоровенный. Круто. Вот-вот, солнце уже сядет, а тут нифига не клюет. Вон, я придумал так, она лежит у меня, мешается вроде. Погоню уже на базу. Поем, да спать, завтра может пораньше встать. Посмотрим завтра, что по ветру будет еще. Короче, не клюнет ничего там. Нифига. Нифига не клюет.
давайте сейчас. Сука. Ладно, буду есть, короче, готовиться спать. Все, я все приготовил себе. Перекусываю. Солнце уже ушло. Байдарку я вам туда перетащил. Ничего, скоро спать. Ну все, я перекусил. Точнее, поужинал. Уже все убрал в палатку. Тамбур. Сейчас вот пьем семечки. У меня еще есть бутылочка пивка. Балтика восьмерочка, пшеничная. Сейчас я, наверное, прогуляюсь тут по острову. Да пойду спать, пораньше лягу, чтобы завтра пораньше встать. Ветер ушел. Здесь почти что штиль образовался. Может быть, завтра утром тоже так будет. Одно удовольствие будет тогда грести. А то сегодня весь день против ветра. Куда бы ни плыл, все время ветер в мою сторону. Забавная канитель. Может, такое правило есть, что если ты идешь, то ветер в тебя. А вот как это место выглядит вечером. Розовый закат такой вообще классный. Темнеет уже. Конечно. О. Время 5:55. Я вылезаю. Ох, как тут. О. Туман. И туман. Вообще жесть, ничего не видно. Просто жесть. Вообще того берега не видно. Блин, я такого не видел. А, прикольно будет. А, ну, наверное, он сейчас рассосется уже скоро. Ну, выглядит это все, конечно, очень круто. Камни, этот лес в тумане. Прикольно. Ладно, надо, короче, готовиться к отъезду. Вот решил сразу же пройтись, пока есть туман. Посмотреть, как это все выглядит здесь. Соседняя полянка. Очень классно, конечно, мистически. Мистически. Блин, а ночью спалось-то так себе. Где-то раз в час ездили поезда, товарники еще такие длинные, просто по ощущениям там 100 вагонов, наверное, ехало. А потом наступала абсолютная тишина, просто тишинища. И вот каждый какой-то шорох, каждый скрип и так далее, вот он напрягал на самом деле. Я не знаю. Конечно. Это все естественная, как бы, лесная жизнь. Но, конечно, напрягаю. Учитывая даже то, что я на острове, он, конечно, большой. И остров такой не прямо вот посередине озера, а с края вот озера. И с землей основной он соединяется болотом таким. Просто тростник растет. В теории там никакое большое животное зайти не может, но все равно как-то было стремновато. Хотя чего бояться? Да то, что один, наверное. Да и не то, что стрёмно, просто не уснуть. Лежишь, слушаешь это все.
шорох и скрип, хруст какие-то. Да, хорошо выглядит, это все классно. Мне нравится. Ладно, надо готовиться. Начало всходить солнце, и этот весь туман начал еще подсвечиваться вот так вот, и вообще выглядит все это очень круто, божественно прям вообще. Солнце уже достаточно высоко. Вон оно, солнце через туман светит. Круто. Ну чего, я уже почти собрался, палатку убрал. Готова кашка. Чаек. Вот так вот все изменилось. Вышло солнце. Туман почти рассеялся. Немножко осталось. Вон оно, пятно огромное идет. Облако. На озере Штиль успеть бы по Штилю походить. Сейчас пока поем, еще ветер поднимется, и все, ничего не получится. А так все классно, птички запели. Блин, жалко ночью они не пели. Просто ночь тишинища такая, даже немножко непривычно. Ну что, прощаюсь с этим местом. Было здесь хорошо, тихо. Хоть и поспать толком не удалось, но это, как говорится, мои проблемы. Место хорошее, можно сюда возвращаться. А сейчас хорошо, что не начался ветер. Штиль сохраняется, и теперь можно отчаливать. Блин. Раз. Вода цветет. Раньше такого не видел. В прошлом году такого не было. Там туман остался. Сейчас туда поплыву. В тумане похожу. Вообще такое облако висит. Круто.
Сегодня вообще должно быть облачно было. А сейчас на небе вообще ни одного облака. Что, входим в облако? Холоднее, чем до этого. В облаке прям так хорошо. Свежо. А вот тут туман значительно гуще. Берега. Да, вода прям конкретно цветет. Вот уже часок грибу. Хорошо, конечно, красиво. Рыбы нету, но и так как бы приятно. В туристических целях вообще отлично время провожу. Просто погода супер, штиль идеальный. Солнце светит. Ну что, время 11 часов утра, я уже на берегу, сушу байдарку. Рыбу так серьезно и не получилось поймать, один маленький шнурок был, а так все мимо. Вода очень зеленая, цветущая, прям вот бутылку набираешь, она прям зеленого цвета, здесь еще как-то не очень, а там ближе, где больше стоящая вода вообще. Очень цветет вода. А так, конечно, время хорошо провел, руки забились от гребли. Сразу захотелось что-нибудь поделать, поработать после таких путешествий. Голова расслабилась, поэтому это очень и очень круто. Вот так вот выбраться. Да, вот одному даже
классно. Мне понравилось одному, в принципе. Я думал, с кем пойти. Никого не найду, ни с кем-то, значит, никуда не пойду. А потом что-то решил, и один пошел, и, в общем-то, не пожалел. Эмоций получил много. Короче, было интересно. Ну все, всем спасибо. До скорых встреч.